Всем привет! Краткий обзор по золоту на следующей неделе, торговый план. По текущей неделе мы видим тело свечи полное. Полное тело свечи. Значит, с короткими стопами здесь покупаем. Цель у нас, значит, формирование шпиля. То есть здесь у нас точка закрытия. Возможно, будет давать выгодную коррекцию. Формирование шпиля, цель 23.2285, 23.05, 23.16. Формирование недельного шпиля. Первый момент. Понедельник может у нас формироваться таким образом. Мы протестируем район там 2305-2306. И с учетом данной повышенной волатильности, здесь у нас пока сформируется шпиль затухания. Какие варианты? Вариант может первый быть, что движение продолжится в таком ключе, и мы сформируем импульсное движение вниз в таком формате. Значит, здесь у нас вот такой шпиль получается от точки открытия и такое тело. И это тело позволяет нам прийти в сторону диапазона месяца, текущего месяца сформировать. 22.19. 22.15, 21.96. Другой вариант, если мы пойдем более глубокую коррекцию делать, это в район 1.4 на 2.316, мы тоже рассматриваем здесь, в этом диапазоне продажи. И у нас будет уже первая цель, обновление минимума, формирование баланса 2.266, 2.271. Ну и максимально потенциал движения будет до данного диапазона 2.227. Вот на опережение еще сделал третью неделю там, да, и так далее. С учетом того, что потенциал у нас есть месяц у нас до конца месяца и до закрытия квартала у нас остается 22 дня. Это 3 недели. За 3 недели мы, как ни крути, можем этот диапазон протестировать. 2.182, 2.153. Ну, потенциал в этом месяце вот здесь основной. А вот теперь на более младшем периоде. Я не предполагал, что мы сразу именно текущий день сформируем таким образом. Предполагал, что будет поджатие, будет давать более выгодные продажи здесь. Ну, где район 1.2, сейчас на более младшем все это перейдем, буду показывать. Значит, здесь у нас 1.2 была в этой точке остановка была в этой точке. Здесь была попытка еще покупку сделать с учетом того, что цена пойдет там в накопление там, да, в такие диапазоны от этой точки идти до этого диапазона. Значит, здесь я покупал, ну и соответственно торговый план у меня был с целью на 2.410, там недельная контрольная зона была. Вот мы пошли вроде в том направлении, но потом произошло то, что произошло. Значит, попытка была купить. Значит, в плане риска дневного лимита по итогу дня лимит на день ну, остался, грубо говоря, с запасом. У нас получилось, когда у меня на стриме МТ4 прям, ну, там в прямом эфире все это было. Вот здесь, в этом, у меня перезагрузился МТ4. Значит, здесь минус 24. И здесь, в этой структуре накопления, предполагали здесь выгодные продажи или же выше, дальше пойдем. Здесь зона. От этой зоны коррекцию удалось чуть-чуть восстановить. Лимит. И здесь окончательно пошел прорыв. Тут по безубытку, часть по убытка. И потом мы пришли в диапазон недельной контрольной зоны. Значит, здесь с учетом резерва, который у меня остался по лимиту дневному, там было 7 единиц. По стопам, значит, 1,7 и 0,5, 14 единиц.
работал в минимальном объеме 0,5. Риска, значит, здесь удалось взять 5 позиций, они в безубытке. И с учетом того, что возможно еще был бы закол перед сессией, я поставил лимитные заявки в эту зону. Так, возвращаемся к обзору. Значит, следующее, то есть был расчет на то, что от этого пика мы все-таки будем давать более глубокую коррекцию, и лимитные заявки дозайдут. То есть без риска здесь основные позиции без убытках. Лимитки я поставил еще, предполагал, от открытия часа будут заброс делать туда. Там, по-моему, одна позиция где-то зашла. Да, на фитиле, фитиль получается OH1 точка. Здесь лимитки, мы сюда не дошли. Но эти все лимитки, они на 8 часов, они потом снимутся. Вот. Значит, 5 ордеров БУ, 8 лимитов, 8 единиц лимитов. 5 здесь и 3 по импульсу. Ну, думаю, на следующей неделе будет выступать сопротивлением, потом в будущем точка открытия. То есть мы здесь можем дать и потом пойти. И уже от этой зоны на ретест будем в этом диапазоне набивать уровень. Значит, получается такая ситуация. Значит, дальше по диапазонам. Максимально 1/8 у нас. Максимально 1/8 у нас получается в этой точке. И у нас, то есть то, что я показывал на том графике в Trading View, значит, вот у нас точки для выгодных продаж. То есть здесь в основном объем этот будет фиксироваться, и частичка остается. Ну, лимиты снимутся, значит, здесь этого не будет. Тут 1-2 ордерочка останутся. Фиксация от этой точки сюда. Вот. И от этих зон будем уже смотреть через подтверждение, чтобы не будут, к примеру, выходить и формировать шпили здесь, тогда здесь будем потом продавать. Если будет выход в эту зону, тут будет фиксация остатков позиций. И здесь в данном диапазоне будет также набор продаж. Ну, через подтверждение, без фанатизма. Значит, данный объем позволяет мне восстановить 13 единиц, ну, по текущему рынку, если все закрыть. Ну, при достижении, соответственно, полностью восстанавливаюсь, это получится 26 единиц, даже будет плюс. Вот, без учета лимита. Ну, соответственно, потом будет следующий день со своим дневным лимитом. Так, и, значит, у меня остается понедельник, вторник, в среду я уезжаю утром и приеду только через месяц. Поэтому, друзья, на канале большое количество, на YouTube, в Telegram я создавал очень много видео и прямые трансляции. Вот, так что изучайте, смотрите. Думаю, данный формат полезен. Тем более мы в основном только золото используем для работы. В принципе, все. Значит, будем следить за развитием событий и буду делать корректировки еще в понедельник, вторник. Приглашаю на прямые трансляции, которые будут проходить. Ну, на YouTube там без моего голоса. В основном все проходит у нас на закрытом канале. Пишите вопросы, задавайте, как туда попасть, если есть желание.
есть у нас живой чат. Живой чат, где мы там общаемся. Там небольшое количество людей. Вот. То есть на Ютубе вы можете слышать. Ну, сюда попадают через курс базовый. Это уже те, которые ребята уже здесь, которые стремятся чего-то поменять. И вот здесь мы проводим занятия в данном классе. Все это проходит. То есть любой участник может подключиться на другой курс, даже не на тот, который помимо своей информации, он тут получает еще дополнительно большое количество видеоформата. Сейчас покажу видеофайлы. Вот, допустим, здесь по видеофайлам. Так, сейчас, секундочку. А, ну здесь будет как бы все видно, но так, видео вот так сделаю, вот такой формат. Вот видео здесь, то есть видео занятие, плюс у нас еще есть другой канал, вот, на котором все это проходит. Сейчас вам покажу, какое количество видео здесь у нас уже за этот промежуток времени. За этот промежуток времени. Вот только в июне получается, смотрите, какое количество видео я сделал. В мае. Вот это постоянно, это дополнительно к занятиям. То есть я провожу прямую трансляцию. То есть бывает по несколько записей в течение дня. Это вот все стримы, которые вы видите. Это все здесь с пояснениями для ребят. То есть это канал по сопровождению. Вот, если у вас будет желание поучаствовать, то есть это, я считаю, что для каждого нужно, если есть хоть желание, чтобы научиться понимать, что и как работает, понимание рынка, как грамотно управлять капиталом, как соблюдать риски. Самое главное — научиться не терять на рынке, это самое главное, да? Вот, а в будущем уже, когда уже есть понимание, тогда уже и будет у вас доход. Вот, ребята здесь показывают по плюсикам там, да, свои. Так, что еще показать? Ну, давайте на том канале. Так. Трансляция. То есть куча всяких методичек. Куча всяких методичек у нас там. Всяких пояснений, разъяснений. Здесь мы все это общаемся. Также на этом канале сейчас покажу. Так, чат, фотография. Вот тут тоже, если посмотрите, тут тоже большой объем сопровождения. Тут даже больше, чем ребята тоже делятся, показывают свои плюсики. То есть работа со стопами ведется, то есть все четко идет.
Да, вот даже короткие видео создаются. Вот. Работа, у кого есть понимание, тут может работать и с телефона. Вот. То есть это я там еще сопровождал, когда меня дома не было. То, что с телефона, это значит, меня нет дома. Вот. Ну и в таком ключе у нас. Каждый делится своими результатами. Так, друзья, я всем желаю хороших выходных. Всем здоровья, успехов, терпения. Соблюдайте риски. Берегите себя. Всем пока.